Привет, привет, мои хорошие, с вами Татьяна. Сегодня мы с вами посмотрим одежду, очень-очень классную одежду для пышных красоток. Девчоночки, кого интересует одежда Виолетта, Марина Ринальди, приглашаю вас в поход по магазинам. Вот это витрина Марина Ринальди. Вы знаете, что Марина Ринальди входит в холдинг Макс Мара Групп Фэшн. И этот бренд шьет очень дорогую, но качественную одежду. Вы же знаете, Марина Ринальди была бабушкой основателя бренда Макс Мара. И вот в честь своей бабушки он назвал такой классный бренд и шьет интересную одежду. Видите, куртки кожаные, косухи до сих пор у нас продаются, джинсы скроенные. Классно. Вот такое вот платьице. Видите, темный фон. Оно удлиненное. Это платье-рубашка, рукав, если вы заметили, 7 восьмых, наверное, и такие накладные карманы. Здесь цветочный принт, рубаху завязали на узел, тоже такой фэшн-ход. Такие брючки укороченные, всегда нужно показывать щиколотку, там находится самая тонкая часть нашей ноги и комплементарно показывает красоту ваших ножек. И вот такая тональность, сочетание голубого, кораллового, розового, тоже классно смотрится. Вот такие футболки, шарфы из такой же ткани, как видите. Вот это платье, тоже это платье-рубаха. Очень люблю такие платья. Они классные, их можно носить и просто как отдельную единицу вместе с брючками укороченными, будет классно смотреться. В самом магазине вот такая обувь продается, сумки, ремни широкие, которые сделают красивую талию. Вот плащ, здесь уже летняя коллекция платьев, платье здесь такое принт растительный, 17 200 гривен. Здесь оборка внизу слегка расширяется, такой асюэт. Еще есть вот такой темно-синий фон. Вот это платьице 14 380 гривен стоит. Вот такой здесь цветочный мелкий принт, 14 000. Морелла выставила яркие одежки. Вот такой вот платьице на запах с поясом. Классно смотрится. И вот такие принтованные. Здесь шортики и рубашки. А здесь вот такие брючки слегка укороченные. И рубашка. Такой немножко а-ля пижамный стиль. Луиза Серано, здесь тоже бывают большие размеры. В общем, нужно в любой бренд заходить и спрашивать. Часто у Марк Спенсер я вижу тоже размеры XL и выше. Видите, такое платье, оно темно-синее. Опять же, платье-рубашка, только здесь пуговички скрыты. И, мне кажется, очень симпатично смотрится. Такие классные выкладки в магазинах. Такое креслице. Здесь тоже много яркой одежды. Вот смотрите, какие классные платья, брючки. Такая фуксия, градиент на верхней одежде, на верхней части одежды. 9600 хлопок, очень-очень тонкий, почти шелковый. Вот такой принт прекрасный есть, темно-зеленые брючки. 20 910 из шелка. 15 910, в общем, 16 000. Здесь классный такой принт.
18 000. Это вискозная на подкладке. Здесь присборено. Вот она с жилетом. Вот с брючками, как классно смотрится рубашка. 16 700 гривен. Спринт красивый. Ткань рами, похожая на лен. 16 700. Без явного акцента на талии. Платье из вискозы с такими листочками красивыми. Девчонки, а сейчас мы с вами пойдем в Виолетту. Он находится вот в помещении, там где манго. Проходим вглубь, и там находится Виолетта. И раз уж зашли в манго, хочу показать, какие появились новые сарафаны. Я, наверное, сниму летнюю коллекцию платьев именно у манго. Тоже заслуживает внимания. Смотрите, какие интересные платьица. Ой, прямо уходить не хочу. Ну, раз у нас сейчас цель Виолетта, только немножко вам покажу. Вот это тоже интересное платье для отдыха. Смотрите, какое замечательное. И вот такая прелесть яркая. А вот уже Виолетта. Смотрите, такая многоярусная широкая юбка продается. Такой мелкий цветочный принт. Ну, по-прежнему продаются джинсовые куртки. Вот такой принт. Здесь до 58 размера продаются. Смотрите, какая классная накидка. Очень-очень легкая. Здесь вот разрезы начинаются от талии. Можно присобрать. Стоит 2000 гривен, 66 евро. Очень такой легкий материал. Похож как на поплин. Очень достойная вещь. Была бы чуть-чуть подешевле, но, увы, все, что красиво смотрится и стоит хорошо. Из новенького вот такие блузочки, 1000 гривен, 33 евро. Футболки с блестящим карманом. Вот он. 500 гривен, 16 евро. 1400 гривен, 46 евро. Такая вот блуза с длинным рукавом. Здесь присборено. Вот такие огромные рюши. Неизвестно, какое будет у нас лето. Возможно, будем очень часто носить блузы, рубашки с длинным рукавом. 60% хлопка, 1000 гривен, 33 евро. Вот такая футболка. Такая как немного сжатая. На отдых можно взять, не помнется. И будет неплохо смотреться под любые шорты, брючки, юбки. Захотите одеться как-то романтично. Вот такая блузочка у нас из шаточки. Здесь, видите, так сделана пройма, интересно. Такая очень классная блузочка. На вечер куда-то в ресторан сходить. Надеюсь, видно. На черном, конечно, плохо видно деталь. Но вот так вот, по-моему, что-то можно увидеть. Вот-вот-вот. Да. Виолетта продаются темно-синие, черные и вот такие рыжие джинсы. 2000 гривен, 66 евро. Видите, здесь штанины прямые. Вот такие вот рубашки. Они прямые, скроют все, что вы хотите скрыть. Вдруг у вас есть такая цель. 1000 гривен, 33 евро. Такая тоже ткань, жатка. 800 гривен, 26 евро. Вышли вот эти футболки на скидки. Также на скидке кожаные куртки. Стоят они сейчас 5000 гривен. Джинсовая юбка. Пуговичками. 2000 гривен, 66 евро. Защитного цвета брючки такие. Смотрите, прямая штанина, они обработаны край, чуть укороченные они. И вот два эти цвета могут подружиться. Кто любит полосочку, 500 гривен, 16 евро. Опять же, здесь кармашка,
один есть. И вместе с этой курткой тоже хорошо дружит. И как же лето без белых джинсов, без белых брюк. Вот такие прямые джинсы. Стоят 1200 гривен, 40 евро. И с манго в виолетту сюда кочуют и обувь, и сумки. 800 гривен, 26 евро. И здесь вот такая обувь представлена, осенняя. Ну или когда летом прохладно будет, возможно, тоже на такое можно надеть. Ну, вот такая блуза из вискозы. Здесь пуговиц нет. Вот так. Такие птицы. Это, наверное, гуси. В общем, 1000 гривен, 33 евро. Есть топики молочного цвета и вот такого карамельного. Стоит 1000 гривен. Любительницам красного вот такое многоярусное платьице стоит 2000 гривен, 66 евро. Вот такая сжатая ткань. Опять же, в отпуск неплохо брать такие вещи, которые не мнутся. Белая блуза 1000 гривен. Здесь вот украшения на рукаве. И 2300 гривен вот такие туфельки на низком ходу. И есть еще красные. 2000 гривен длинное платье из вискозы. Здесь черный фон и зеленый принт цветочный. Видите? И с таким вот воротничком аккуратненьким. Длинный рукав с поясом. Такой интересный цвет. Интересная расцветка платья. Тысяча 400 гривен платье бордо двухъярусное, юбка, здесь присбоина сверху немножко. И вот такая вот блуза 1000 гривен на скидках, такой зеленый приятный цвет, и здесь ласточки. Виолетта всегда показывает вот такие луки, джинсы, какая-то сумка и свободного кроя рубашка либо же блуза. 2000 гривен вот такое темно-синее платье, здесь стопроцентный хлопок, вот с такими рукавами это платье, приспорено на талии, даже, по-моему, да, резиночка на талии, V-образный вырез, такой плотненький материал у этого платья, можно и весной, осенью носить, с чем-то коричневым, с коричневым ремнем, или с обувью, или сумкой коричневой. Замечательно будет смотреться. 2000 гривен платье, не очень длинное. Оранжевый горох на синем фоне. Вот. Вот эта блуза на манекене. Сейчас она стоит 2000 гривен. Как я понимаю, это новая коллекция. Пока скидочек нету. Вот такие джинсовые платья. Стоит 2300 гривен. Тоже многоярусные. Заметили, что очень многие платья вот пошиты таким образом, когда несколько ярусов. 1400 гривен, здесь в составе 60% вискозы. Опять же, видите, здесь несколько рядов оборочек. Мятного цвета длинная куртка, накладные карманы. Так, стоит она сейчас 2000 гривен, 66 евро. Легкая, приятная блуза, 800 гривен. Смотрите, такой у него расслабленный, приятный очень вид. В составе стопроцентный хлопок. И оно тоже так слегка сжатая такая ткань. 2300 гривен, 73 евро. Такие кроссовки. 2300 гривен такого свободного оверсайзного вида платьице, тоже с длинным рукавом присборенным. Вот такой здесь цветочный принт. 1200 гривен, 40 евро. Вот такая вот футболка такого шампань цвета молочного. Видите, снизу можно так немножко подтянуть. Такое
классная. Можно эту вещь тоже и под брюки, и под шорты надеть. Будет смотреться отлично. Футболка с подплечками. 1200 гривен, 40 евро. Здесь такая вышивка на трикотаже. Желтый цвет. На низком ходу босоножки. Стоит 1000 гривен. Длинная юбка стоит 2000 гривен. Это такая же расцветка, как и на платье. Здесь вот такие защипы есть. 1200 гривен. Красная футболка. Мне с ней хорошо подружится с этой юбкой длинной. Сарафан 2000 гривен. Необработанный край. Вот такой пошив у этой вещи. Вот они, эти босоножки. Посмотрим их поближе. Здесь совсем нет каблучка. Вот такая, как бы сказать, платформа. Вот такая небольшая коллекция Виолет. И, возможно, что-то вам понравилось. Зайдите, посмотрите. Вот есть последние размеры Виолета. Такой фиолетово-сиреневый цвет в этого платья. 2000 гривен, но это синтетика. Такой рукавчик. Есть рубашки тоже в полосочку. И вот такие платья, по-моему, это вискоза либо модал. Вот такое платье, рубашка. Оно не очень длинное. Под белые брючки будет неплохо смотреться. 2000 гривен, 66 евро. Вот такая бело-синяя полосочка. Ну вот, мои хорошие, такая коллекция Виолета на данный момент. Из всего разнообразия мне понравилась вот эта накидка. На пляж пойти, бассейн. Если у нас предстоит отдых, надо подумать об таких вещах. Возможно, я вам помогла чем-то. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх, подписывайте, комментируйте. Расскажите, где вы будете отдыхать в этом году. Поделитесь информацией. Не сильно много у нас выбора в этом году, куда поехать на море, либо в собственных странах отдыхать, либо куда-то поехать в Турцию, возможно, Черногория, возможно, Европа откроет и не будет требовать тесты. Девчонки, желаю вам всего хорошего. Будьте, самое главное, здоровы. Давайте пообщаемся в комментариях. С вами Татьяна. Пока-пока.